Отдохни. Давайте тогда ром по перу, будем все звезду сбегаться, когда на этой хуйне, когда Помогите, вихрь. пожалуйста. Скальтенить. Кунка зашел. И швепс тогда сексу. А это принципиально, чтобы босс в центр бегал? Может же босс так же вправо или влево, так же танк уходить? И тогда больше места у нас будет для рейда. Не, лучше, чтобы он так бегал. Танком бегать придется. Ловить потом обратно. Одну минуту, пожалуйста. Просто, чтобы он по центру бегал, чтобы потом не было вот этой разберихи, как вот сейчас после второго вихря, блядь, пошли лужи, блядь, в разные стороны из-за того, что, блядь, босс стоял уже не ровно, блядь, а стоял вот так под углом, соответственно, блядь, лужи пошли в рейд. Кирилл, я в Долоран? Да, пока в Долоран. Я тут, сори. Рибахните, пожалуйста, друзья. Блять, что-то ДПСа дохуя надо на него, они что-то не с ХП перестарались. Да, уже говорили. Ну, считай, убери вот ебанутая пламя и ДПС хватает за глаза. Ну там в перебезах много ДПСа, много теряется. Я сказал то, что да, реально, дохуя ДПСа для этого. Есть у кого-то почта? Дайте, пожалуйста, почту. ХП для этого босса много. Какие банки, кстати, пьете? Я то из ПНшка выпил. Кунка, давай вещи, блядь. Саппорт здесь нахуй не нужен. Саппорт здесь не защитит. Это, наверное, второй рейд у них пошел в обычку. Основной, там же не Мизида вроде стримил на Твиче, если я не ошибаюсь. Сейчас гляну. Или уже перестал? Не, стримят, ну, чё они там вайпаются на ребре? Чё вы наёбываете, что не в обычке? Не в хэме. Возьми с ГБ, давай с Рогана, Андрей. Сидят, сидят они в хэме. После рейда. Надо на ханта заходить просто. Ну, просто никто не сидят в хэме, вайпаются, да. Блядь, жалко, твич мотать нельзя, но... Стрельбы кроме в пул там сажен. На экзы 60 лямов максимум оставляли. Чё, Кунка не принимает? Да они... Там уже стримит, блядь, Немезида, нахуй. Пью траву и Зовер, держу тебя в курсе. Нате вам твич, блядь. Матумба. Блядь, как там... Маги, дайте столик. Ну, называется первый рейд экзальтов. Вон этот лица Немезиды. Это твич его, Матумба 101. Кирюх, ты уберешь восьмой пати? Да, еще уберу секунду. Так, рыбу еще раз ставлю. Кто там, блядь, не успел. В дис можно стрим пацанам дать? Или не стоит? Ну, я думаю... В дисе можешь. Лучше не давай, блядь. Смотри, чтоб у тебя не лагало, блядь, и ты с лужи нахуй убегала, не дох, блядь, в лужу. Там уже кто-то дал. Так, у меня вопрос сразу. Сосед умер от прокалывания, блядь. Ну это ему полезно, блядь. А почему Бентли вихрь костей? Что ты там делал в центре? Ну, на меня полетела как вот эта хуйня нижняя. И у меня там осталось 2000 кп, и на меня шип кинулся. И я просто шокал. Я понял, добрый. Сейчас, короче, когда вихрь будет, все будем сбегаться в звезду тогда. Ведь со звезды играть. Ну, соответственно, Реслин, крест, ну и танки там около квадрата плюс-минус. Держите босса ровно, как вы его спулили. Запомните, чтобы он так все время стоял. А чё отдаю? 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Во фрейм все станем максимально.
чтоб лужи не задевало. Биг Майн, щиток на себя обнови, пожалуйста. По КД держи. Ага. Снимайте шип сзади. С приста. Ребята, блять, алло, нахуй. РДД, блять. В чем проблема, нахуй, ваша? Аккуратно сейчас звезду все. Дай секру Насте. Бланша прохил. Служи вышли, пизда нахуй. Чё, вихрь пизда нахуй. Ребят, не докастовывайте в лужи, пожалуйста, выходите сразу с ним. Чтоб я не отвлекался на эту хуйню. Хилить шипы все нельзя, кстати. Escape надо нажимать, сказали. Escape, потому что, блядь, сказал два раза нажимать на escape, нахуй. До кого, блядь, еще не дошло, нахуй, сколько раз повторить. Вот лужи сейчас сделаю. Служи, выходите. Падайте. Да, жесткий мы, конечно, сделали, блядь. Ничего жестко. Ну, вам тяжело бить, во-первых, потому что босс постоянно через рейд бегает, он, во-первых, лужи через вас кидает. Если он будет бегать сбоку, как бы это будет легче. Я тоже предлагал бы, да, около ворот поставить, чтобы он между один с левой стоит, другой справа там. А, да, да, если ними, а вы в центре стоите спокойно, да. Я тоже так легче. Думал, что он будет бить, как бы это такая стандартная тактика. Ну да. Ну он в самую... Вас зажимает, вы служи уже, и урон от вихря, когда вы подниму вихрь, то он бьет больнее. Когда вы стоите под ним. Как там у него работает? Он бежит, вот если ты влево метку поставишь к стене, он на бежит цели. В крайнюю дальнюю цель, он бежит, да? Да, да, да. Ну вот, получается, танк. А танка 3, да, у нас? 2. 2. А, 3, да. Вот. У нас не будет. Грейс, ладно. И если сработает, если такая хуйня работает, типа должно быть реально хорошо. Он будет от двух танков бегать туда-сюда и все. Ну да, нам сейчас ППС нужен, лучше два танка пробовать. Если получится. Если он в обычке складывает. Три, не, можно, не, конечно, попробовать. В два танка сложит. Но тут, кстати, в хэме меньше бьет по танкам, чем, по-моему, в обычке даже я замечал. Они уже умирают, типа я смотрю, вообще там пиздец, они реально все время на грани почти. То, ну, это все прохиливается. Я понимаю, типа нормально хилит, это вообще пиздец. Ты не забывай, они на три лица делят клифы, почти умирают двое. А если их будет двое, они сразу же двое умрут. Они реально очень часто почти умирают. Потому что, ну, я не могу хилить танку, типа. Ну да, тогда что-то другое думать. Для поднятия ДПС. Это дело не в ДПС, сейчас надо дело сначала выжить, а потом уже в ДПС. Ну там просто написали 308к. Проходной рейдовый ДПС, да, 308к? Да, да. Ну да. А сейчас как? Это нереально. Ну, да. 308к. Ну я тоже думаю, что это тяжковато здесь. Может кто-то хуйню несет. С мобильностью этого босса, перебегание, плюс вещи в шипы и так далее, нахуй. Это нереально 380к дать на этом боссе, в данном шмоте. 308. Это ни одной гильдии не получится, если 308к это выход, чтобы убить. Ну нерфить будут, типа 2 недели пройдет, они нерф порежут. Не-не-не, уже завтра должен быть нерф. Типа, ребята. Забей нахуй. Ну, сколько у нас сейчас вообще? У нас на вайпе вообще с общей нахуй 230, ну. Ну это пока видишь, у нас нет вот такой, как бы, нормальной тактики, по которой мы бы стояли больше и били. Надо просто найти сейчас и... Ой, экзалт, это... Умираем от луж, вы смотрите прям, наблюдите, типа видите куда? Там же сначала показывается направление, куда лужа пойдет, и только потом она туда течет. Уходите заранее. Да, и не жалейте дефы. Типа, там лужа тикает по 10 тысяч, вы два раза поймаете... По 13 она даже бьет. Не, там вихрь прошел мимо, и тогда, ну вот, типа, блядь, пошла вся эта волохня. Доджите лужу, там очень много урона, типа, ну.
И тут можно гимны на захил, там тоже нужно начать хилов, если что, когда рейд просаживается. В таких моментах. Это можно, я не спорю. Ладно, я если что поанонсирую. Блин. Далеко. Далеко, да. Я тоже получил костерез. Го потравим. Давай, давай. Да, бьём. Вой, дай, вой, дай БР по мне, серый, дай БР по мне. Похуй, будем бить. Биг Мами, не забывай, пожалуйста, щиток обновлять, он очень много абсорбит у протопала. На шипах и скейт, пожалуйста, нажимайте. Да два танка сложит, забей нахуй, это хуйня идея. Ну, да, да, да. Ёпери. Надо что-то другое думать. Так мы в три бьем. Все, в звезду быстрее, в звезду, дай сакру Настю. Ну добейте там, блядь. Шип добейте, пожалуйста, с центра. В луже не стоим. Лужа в нас, отдадите левее. Аккуратно, левее, но... Заканчивается. Шип, сейчас шипы ждите, а потом пробегите. Вот сейчас шипы залили. Да. Аккуратно, лужа прямо идет под шипы. Лужа, блядь, ну сказал же, прямо в шип идет. Во фрейм встаньте. Левее, левее, левее стали, там лужа справа. Шаман, шаг назад шип. Сделай. А то можешь сдохнуть. Биг Мами, щиток. Дайте БР, если будете травить. БР не, медик. Это... Рибахните, перестань. Редиган, дай тотем на ману, ДЦ гин на ману. Ну, это поняли. Вихрь сейчас. Шипы сбили быстрее, убежали. Убежали, убежали. Дай сокровый рейслин, речи. Прохил, прохил, прохил рейд. Левее чуть-чуть. Лужа в нас идет, левее, стали быстрее. Блять, стаки проебал. Опять левее опять. Левее, левее. Да нахуй. Ладно. Айсбаунд, нажми дермич быстрее. Колют сам встань. Лужа в нас. Быстрее под босса, аккуратно, быстрее, быстрее. Аккуратно, левее там лужа. Этот... Холиш гимном, ну, колют, дай тотем. Лужа, выйдите, выйдите. Эскейт нажимайте на ком шип. Два раза, напоминаю. Ребахните шамана. Вихрь сейчас будет. На 2 секунды. Все, звезду побежали. Аккуратно, лужа звезду, левее стали. Левее от звезды. Шипы сняли. Беба, уйди оттуда, тебя вихрем убьет, нахуй. Вихрь пятика бьет. Чуть-чуть. Лужа идет в звезду. Правее станьте. В звезду прямо станьте, там в печеньку, точнее, лужа идет. По шипам элики быстрее. Шип снимите, скорее всего. Угу. Сейчас сразу под босса. Так, лужа в печеньку идет, аккуратно. Ну, кучней стойте под шипы, каст. Дребча прохил, сейчас умрет. Прохил, прохил, шипы сняли. Правее, станьте от лужи. Прохил, прохил, прохил. Блять. Кто-то успел, кто-то не успел.
Ну как-то сейчас босс двигался по уебищному. Шип сзади Сантара, сбейте кастеры. Бигмами, пожалуйста, щиток обновляйся, человек каждый раз... Бланш, нажми, ага, все вижу. Бланш, выходите сразу, служу быстрее. Угу. Да ну нахуй, блять, нам не хватает ДПС, это пиздец. Бейте, бейте, бейте. Пофигу. А вот сейчас хоть выживают уже люди, более-менее, наверное. Сбейте. Да это понятно. Да то, что ну здесь ничего сверхъестественного нету, да, это здесь... понятно. Проблема. Проблема дохуя слишком, блядь, хп. ХП, да, да, да. То есть для такого босса динамичного. Звезду идет аккуратно лужа. Звезду лужа, блядь, не докастовывайте, выходите сразу. Опять звезду пошла. А не влево. А из сокру, дай Настю. У меня тоже нахапали, если что, есть сокрайс надо. Ну, пока на танк хватает, на 4 танка. Ну, да. Служи, выйдите, но, ребят, не кастуйте. От босса быстрее, пока нет шипов. Босс, разверни. Шипы залили быстрее. Все, босс, не дергай босса, пожалуйста. Отойдите назад, встаньте во фрейм. Мастера потеряли, блин, с кливом, ебу. Положи за него. Надо было выходить, ребят, долго смакать. Не, можно, в принципе, убить. Можем. Только надо чуть. Нет, часа 3 минуты, 58% босса. Это нереально убить. Ну, ДПС не хватит. Не-не-не, сейчас много кто падал. Потом, сейчас уже получше, но все равно может еще. Ну, получше, но. Не, ну сколько ты снесешь за 3 минуты ему? 20%? Ну, 30%. Если все с самого начала начать, то мы его впритык. Да, согласен. В принципе, можно впритык, согласен. Я как бы уверен, три пота, если там уже все такое нажмем, то я его убьем. Ну, просто мне кажется, надо найти тактику. Честно говоря, я ни разу Берсу не видел на этом боссе. Я даже не знаю, какая она. Но я думаю, ебанутся. Ну, сильно много хп реально сделали сейчас вот боссу, пока гир не позволяет. Ну, типа, убивается, но в притырку, вот как с Рафангом, и тогда убивается. Блядь, да, блядь, это... Они хп сделали под Т5, понимаешь? Ну, типа, если бы они не нерфили Т4, блядь, у классов, когда там, блядь, БДК давали там по 28, блядь, и эти, блядь, простые там давали дохуя. И Африки и так далее. То тогда а типа да. Когда у фростов 30к и у этих рок. Но так мелики почти здесь не бьют. В смысле, блять? Ну, почему бьют нахуй? Они не бьют во время вихря только. Ой, нормально, да. Здесь мелики дамажат. Все равно, что во время вихря они не бьют, это да. Питательным кидать нужно. ДПС начинает накручивать. Да я умер, потому что два раза. Может, 50 форум, пускай старый Т4 вернут. Тогда убьем спокойно. Короче, я не достаю до Аделя пиай. Ну, типа, либо я кидаю кому-то другому. Кидай по кринжкингу. Окей. И, короче, я бегу раньше, после того, как мы ставим босса назад, и босс все время двигается. Меня два раза убило кливом. Ну, это геодата. Это иногда бывает такое. Это когда они поменяли геодату, что, типа, босс стал ближе, фреймы уменьшили. Такая вот хуйня началась. С этим ничего не поделаешь. Это надо смотреть и реагировать. Ну да, просто позже чуть-чуть подходить, когда уже перестает дергаться. Меня больше напрягает то, что лужа кидается прямо во фрейм босса. Типа, так быть не должно. Ну, типа, фрейм же уменьшили, поэтому лужи стали ближе кидаться. Может, не знаю, как быть не должно, что, типа, стоишь во фрейме, и лужа закидывается во фрейм. Просто быть не должно. Может, одного ДД стыкнем? Хила в ДД. Да, ну тут у нас точно ДПС не хватит, нет. Я не просто даже бить. Я бы даже наоборот бы одного хила бы спекнул в ДД бы. Так он и говорит хила. А, хила, да? Тогда да, тогда можно. Ну давай, Калю, спекни свалим, а похуй, попробуем 4. Да это бред. Можно только так тактику придрочить к нему. Бить идут по сути урона, только по танкам вход, если все правильно РДДшники делают. Правильно же, если ходят влево, вправо, от лучших вход. По сути нет. Все урон лутают, здесь нет такого. Да что-то двигать начали, я начал отходить, под меня лужи и босс. Да, смотрите, идет. Если босс вдруг сдвинулся, вот когда танки ставят он куда-то, то смотрите, где центр. Если вы по центрам находитесь, это уже клип считается у вас.
Давайте фулбар быстрее, конечно. Торчина была мальчика. Дремич. Еще одна. Биг мам, не забывай. Поехали. Вихрь скоро. После шипов еще шипы могут. Они разбежались быстрее. Дай секунду, Настя. Аккуратно, лужа в звезду прямо, чуть правее встаньте от звезды. Шип сняли с бланка. Бить не можем, далеко босс. Ну, блять, что поделать, лужа так пришла. Лужа, аккуратно. Вышли с лужи. Да, я избаунд, Дермич, быстрее. Калюта прохил. Я с лужи по ебанскому еще сходим. Под фрейм. Аккуратно, лужа слева, справа перешли, направо чуть. Быстрее. Ришлин, дай сокру. Не надо, не надо. Серый, дай бэр. Щитки паладины обновляйте, пожалуйста, на себе. Ой, дай бэр быстрее. Возьмите стенки. Ребаф сразу дайте. Ребафнули паладины. Вставай, вставай. Хотя нет, два танка хилится вообще. Да хилится нормально. Ну, надо пробовать два. Не получили быстрее. Нет, там был ханта снять. Двоих даже легче хилить, реально. Ханта снять, РДД. Шаман, дай тотем на ману. ДЦ, гим тотем, короче, дайте. Не могу хилить там. Искит прожми, чебурашка. Скорее всего. Пиздец, скорее... ебало, блин, канал. Скорее всего, далеко стоит. А я его хилить не могу. Подымись. Эскейт нажми или что? Отошли в трусы отошли. В трусы сейчас, блядь, ладно, уже похуй. Идите похуй, стойте везде, похуй. Дай сокру, полипал кто. Даю. Блядь. Ясно. Надо было снять там макросиками себя. У меня макрос есть. Я не от макроса сдох, я сам сказал. Скрыт ошибка. Ну, Рида выкинула тоже. Падайте, не будем тратить время. Надо как-то танков поближе поставить, то что если лужами отгораживают, мы бить не можем, РДДшники. Проблема двух танков в том, когда вот это вот канаты перетягивания, там, блядь, просто нахуй потом снесет танка нахуй, когда вихрь закончится. Танк не успеет добежать. Зубы есть. Тридцатку танк, ну, может, да. Второй кидать. Зубы сколько? 2 минуты КН, нахуй. 3, ну, даже. Под первый дается зубы, под второй тридцатка, от прота пала. Потом... что там еще? Ну давай попробуем, окей, да, сейчас пикнешься в рейд. Ну, можно так попробовать. Один трайк. Вот, идите, покурите 4 минуты. Типа, только в блокан, мне кажется. Идите, покурите. Ну, Бентли, я думаю, тут, ну, типа, и так это видно. Я сразу сказал насчет ХП. Понятно. Потому что ХП очень дохрена, надо просто попробовать. Если получится, то получится. Нет, спекнем третьего. Хоть один трай сделать. Либо тела одного в ДД. Идите покурите, короче. Ну, да, в 3 попробовать. Но в 3 это, мне кажется, очень сильно. Нет, в 3 это уже очень тяжело будет хилить. Но если в идеале все делать, никто не будет лутать урон, это в принципе реально. Ну, как бы, ну, если здесь все лутают урон. Ну. Ну, так да. Ладно, а через зубы вы хотите? Кому вы хотите кидать зубы и в какой момент? На ДК-танк. ДК-танк у нас остается там, где стоит ребро изначально.
Просто зубы 40 метров. Это мне надо закинуть зубы и подбежать обратно к вам, правильно? Нет. Вот когда босс уже идет в рейд, получается, после вихря. Мы же все идем под босса. Все, я поняла. Я думаю, мы можем убить, как бы там. Рейд говна может, но вполне реально. Просто посидеть, потравить, все. А чё, кого, кто-то уже убил вообще? Нет еще. Ну, значит, проблема все-таки в количестве ХП. Потому что люди, я так понимаю, уже часа два некоторые травят, и если еще не убили. Ну, типа, не знаю, как у других, но я вижу, что у нас есть, в принципе, шанс. Вот, еще Глю пришел. Вообще, да. Я бы на самом деле хотела видеть не второго Эршаму, типа, не претензия к кому-то, а второго Хапала, допустим. Ну, второй Хапал был бы прям вообще... Да, для танков. Ну, намного лучше, да, согласен. Ну, типа, потестить можно будет, посмотреть. Тем более с Волониром еще. Тут захил нужен, а не ваши Волониры, блядь. Там от лужи на 10к тикнет, типа, ну и все, там уже поебало. Блин, ну в теории можно не лутать лужи вообще. В теории. Ну что тебе? Хочешь травму одену? Хочешь пушку одену? Что тебе? Можно, просто надо, чтобы люди поняли то, что вправо-влево отходить и как бы... Чуть-чуть. Я 2 шагаля должен, правильно? Не знаю, у кого там самый лучший трайм. Я когда заходил на стрим у Немезида, они там лайпались на 85% на 80%. Может, у них что-то получше было. Сейчас. Блять. Вот это, конечно, я линкую. Видишь, мы когда сдыхали, когда ты говоришь, ложимся, мы же в огонь зашли. Надо как-то сделать так, чтобы... Когда мы, ну, вайпаемся, чтобы мы тоже от огня отходили, чтобы потом можно было по рекаунту глянуть, кто сколько ловил дамага. Или какой-то аддон есть у вас, который показывает, сколько ты тиков ловил от пламени. Какой аддон есть, да. Причем на весь урон в ЦЛК и вообще. Да там и так понятно, блядь. Смотришь, открываешь те люди, которые первые сдохли, нахуй. Смотришь их, не, блядь, ну, смерть от чего. Сразу понятно, блядь, от чего он сдох. Это несложно просмотреть. Неважно, заходим мы в вагон или нет, дело не в этом. А сколько на стандарте у него лямов в гере? Ну, вообще на обычном. 40 или 60, да, по-моему? Кто-то говорил, или 68? 60, 62, по-моему, что такое у него было. Ну, я вот еще соглашусь, типа 120, ну хуй с ним, ну 150 еще, типа совсем, блядь. Все равно до 120 нерфит. 150 уже перебор. Ну да, вот 120 еще как-то звучит, нахуй, а 180, да. Это пиздец, нахуй. Ну, это ж нарочито на то, чтобы топ-ги убивали, как бы. Это так... убивается, я думаю. Ну, это потно, но убивается. Так, как бы, это ебать, чтобы это убить, надо фулл перс, чтобы был 264-й, 71-й. И еще и випки, нахуй, по 7% у всего рейда, блядь. Да нет. Про випки, конечно, я не согласен, но что фулл перс, да, и это убивает. И каждому мелику, блядь, шеем, нахуй. Да, кстати. Так на это все рассчитано. Кто вам будет платить там 50 тысяч за босса? Или там сколько? Ладно. Ладно, все, забей. Один хуй будет нерв. Они специально сделали такие призовые, нахуй. Ну, типа, что-то мне подсказывает, что... тыкните шкаф. Что произойдет нерв и просто снизит количество призовых, нахуй. Это специально, блядь, они сделали для хайпа, нахуй. Что-то мне подсказывает. Сколько? Хуй его знает, сколько они за там за льду давали вообще, за похуй. За ну, здесь, по-моему, побольше. За ЦЛК побольше дают. Нет, а, по-моему, 300 тысяч за каждого босса давали. Тут тоже надо за каждого босса, это ж пиздец полнейший. 300 тысяч в льде за каждого босса давали? Не, я говорю, 300 тысяч в общем и там за каждого босса. Все понял. Ну, а тут 450. Ну, это сжайный, это как отдельный мир. Можно читать, что даже 300. Это сильно прям... Калют, ты где? Не хотите в два хапала?
пока калюта поменять на глю. Я бы я согласен. Глю с волонером. Нам ДПС не хватает. Может, а, калют же башками был. А, вы в спектре. Калют тоже с волонером. И калют тоже с волонером. Ну, хэпал есть хэпал. Типа, не сумоньте, пока бы с переста, пока калюта не выкинет. Такая специфика, конечно, с этими лужами, блядь. Один тик еще у тебя просиливают, второй тик уже на соплях. Чё, у нас же раньше вообще таких проблем не было. Так что, наверное, будем... А, ну у нас гир, наверное. Ну, опять-таки, мы в Т-10 убивали, это ребро в ХМ без проблем. Не, ну там другие цифры были, мне кажется, урон больше. Бля, Юля, ты уверена, что там, блядь, было нахуй столько ХП и там... Нет, столько ХП там не было. Войт, у тебя есть стрим старенький какой-нибудь? X3, X2? X2 есть. Да, я помню, нас тоже, да, ребро убивало. На X2 было дело. Там нерфанули. Я нашел запись 2000-х годов, там, блядь, все, у него все равно было там, сколько там, 37 лямов? Рыбухавки, 37 лямов. У Герри. Надо найти стримера с X3, посмотреть. Да хули толку смотреть? Да у Рида надо посмотреть, повертать. Съебешься. Ну, блядь, да, но все равно. Леди 165 лямов, да, и 28 лямов маны. Откуда вы знаете? Таргет леди, нажми нахуй, видишь? Сколько у леди? 165. Офигеть. А так Руфанга можно прописать, нет? А, он же выходит. Сейчас попробую. Нет, Руфанга нельзя. Допустим, тухлопус. Тухлопус тоже не достать. Если ребро без смертей до изикутки дойти, то как-то, может быть, даже убьем. А вот насчет леди со 169, нахуй, мне кажется, хуй убьем. Это надо идти, ни одного духа не поймать. Милики должны трэш пусть заливать, это вообще пиздец. Там духи ваншотят, наверное. Да, шотли. Да, один дух ваншот рейда будет 100%. В первом пати нет Ринара. Че ты мне наебаешь, что в первом пати нет Ринара? Все там есть, блядь. В последнем от Кисай, нахуй, что я тебе могу сказать. Так, все, отчет даю на исходной стане. Босс сместился, отойдите назад. Отошли назад быстрее. Не дергай. Что за пиздец тут происходит? Выйди. Разбежались, дай сокру нас. А, Арислин, дай сокру. Левее. Шипы залили. Эскейт два раза нажимаем, как только видите себя на шипе, блять. Еще раз повторяю, нахуй. Служи вышли. Пизда, нахуй, шипа снялся и умер сразу. Я бэверну тебя. У всех хоть? Зависло. Сука, рот ебал. Делаем скриншот и говорим, что почти убили, но был дискон. Да, под фотошопте там, что 11% осталось. 11% под фотошопте, нахуй. Да, и рейд ДПС там 300-400. И берсу не забудьте под фотошопить, что там осталось, да и берсы там, ну, там, не знаю, 50 секунд. Подожди, ой, ты же у нас фотошопер, давай. Я не фотошопер, нахуй, вы чё, блин? Я фотошоп. Ебать, хохмана. Пойду стримы искать на X3, сколько ребра было хп. А хули толку? Ну что это тебе даст? Вообще похуй. Равнить. Хули толку-то, блять. На X3 не было столько тоже хп. Не, они ебанутые нахуй. Они, ну, блять, я вот не знаю. Я вообще поражу, если они нерфануты, вот скажем, сколько? 20%? Это что, это 36 лямов нахуй. Только представьте, сколько будет на X5 с брюлями, усилками и со всей хуйней.
Меньше. Пацаны, Гобель стримил, нихуя себе. Если, короче, они сделают меньше. Вообще пиздец, они, наверное, все 300 ему сделают. Да, не, ну ему надо где-то 100-120 лямов максимум делать, это ребро. Мне кажется, они больше 20% не резанут, нахуй. И вряд ли они резанут 20. Они резанут, как обычно, с какой-нибудь циферкой 17%, 15%, 13%, нахуй. Ну это нормально будет. Это будет залупа, блядь. Ну, представь, 180 минус это что? Три минус... у ребра, 52 ляма, не знаю, да, нерф или без. Когда не, типа... не, конечно, конечно, реально, типа, 20-30 лямов убрать, это будет, ну, проще, его реально будет убить. Но... Не, надо 60 снимать. Если экзы оставили 60 лямов и уперлись в берсу, а там, ну, тоже не тупые люди. Венза я поспорил, но там сложно слишком еще будет. Сейчас он... хотя бы научимся не дохнуть. Сначала. Да, надо потратить плотненько его. Я думаю, убьем за пару часов. Не, я бы потратил, чтобы хотя все придрочились, когда понерфит убить сразу. Опять-таки кардинально ничего не поменялось. Просто шмот послабее и все. Типа уже где-то не залижешь косяки хилами. Ну, 52 ляма я нашел ребра в X3. Мне кажется, четко переапано, не кажется? Там в три раза там циферки подкрутили. Ну, блядь, да это бред, нахуй. Тут даже если так, по сути, он там, я смотрю, это вместо эрдру лучше шама второго делать, либо хапала. А друида в ДД спекать. Ну, так получше по отхилу будет просто. Ну, блядь, хз. Хз в натуре, блядь. Вообще, мне кажется... Мы не можем кастовать, когда бегаем уже. Да, у эрдрушки преимущество в этом плане. Эрдрушка лучше будет. Сейчас у нас какие хилы? Эршам, хапал, ДЦ, эрдруид. Ну, топовые хилы. Если пятого, я бы добавил эрдрушника. Лучше хапа второго, чтобы танки легче хилились. Ну... А мы на рейде сосредоточились. Блядь. Да и эрдрушник... Может, на перебежку, когда они... Они в уже зайдут, мы их резко поднимем. Эрдрушник хорошо зайдет, вот когда на вихре будет. Это второй эрдрушник. А хэпал зайдет, да, чтобы танка проще было. Но мне кажется, и сейчас танк захиливается. Ну, два танка же было, нормально захиливается. Да, но их шибет, но это прохиливается все. Ты, кстати, Рид, как хилишь? Вот у тебя волонир, да? Ты прок прошел и потом меняешь на травму или что? На что меняешь? У меня нет волонира. Ты, меня Рид. Меня спрашиваешь, что я ничего не меняю. Просто с волониром. Хуй забил. Ну, я могу менять, но смысла нет, потому что травма там столько хилит, это пиздец, забудь. Обычка травма, это ноль. А что, героическая? Но она ну да, подожди, сейчас хожу за ней, подожди, в кармане лежит втором. Не, я... Забыл, что она хуэнха. Не, я имею в виду, что, блядь, у героической не особо цифры отличаются. Ну сколько там, это по 100 хилит? Героическая будет лучше. Героическая надо получше прокаться. Типа шансы. Плюс больше. Там сокет как минимум еще можно вставить хотя бы. Ну да. Да, травма хуевая, пуха из-за того, что, блядь, статов мало. Ну, только на эрдру нормально все. Да не, я сколько, на втором, на третьем бегал с травмами, все нормально. Юля там на форуме негодует. Ну, сразу негодует. Че, пиши им там, что за хуйня, нахуй, пускай, блядь. Я так и написала. 120 лямов делают дауны, блядь. Ну да, 120 будет нормально, тогда убиваемо будет. Я знаешь, если кто играл на циркуле, вспомнил такую хуйню, там ебанутые придумали мифических боссов в Гере. Там надо было типа снять шлем, нахуй, убить собаку, нахуй. И типа из-за этого активируется тухлый в героическом, в мифическом режиме, нахуй. Там, короче, споры, блядь. Ебать, там что-то прям дохуя всего там. И, там слизень красный, прикинь, на тухлом появлялся. Ебать. Такая чушь, нахуй. Заходим. Заходим. Заходим, да. А, ну сейчас зайдите, пока поумираете там, я потом же допожу. Я думаю, что за хуйня, кто поет, блядь, складки закрываю, блядь.
Да что за хуйня? Джунгли, what the fuck? У меня все настройки слетели вообще в ноль просто. Да, Юр, у меня тоже. О, я многие об этом говорили, кстати, еще. Типа, у меня все нормально. Типа, без проблем. Ну, типа, лучше коперните все вот эту папку с настройками аддона на всякий случай. Ребят, сейчас открываю баночку пива, и мы убиваем на ходе брошки. Проверь сервер, на какого ты заходишь. Там понимаешь, что надо выбрать либо Россия, Украина или... Да. Короче, да-да-да, слушай, я сейчас выбрала, простите. У меня Россия горела серым, я выбрала другое, зашла, и у меня все по пизде. Типа, возвращаться в Рашку обратно? Да-да-да-да. Мне было уже такое. Горит нормально? Да, уже можно заходить. Заебись, в очереди сидеть. USSR 2.0. Сдай. О, охуенно, побежали назад. Вас ребро ебашит? Да, может там под боссом появится. Да ничего страшного, бежим еще. Он же не сагрится. Страшно. Он на кунку бежит, а не кунку. Ебучая кунка, блядь. Чё за хуйня? Я вообще, блядь, в огне Мари, нахуй. Прикольно, блядь. Сразу. У меня хаспот действует, ебашим. Я бы не спешил туда. А как в DTLC включить общий DPS? Где там ключ? Ой, пацаны, ну я вы чё, блядь? Ну, заходишь в DTLS, внешний вид, раздел, находишь полосы дополнительно, внизу там полосы и поле, галочку поставишь на включить. Смотрите, аккуратно, там этот ходит. А, нет, не будет ловуш. Это хуйло бегает. А, даже две ловушки, охуенно, блин. Ну, мобов-то нет. Ну, разве, сейчас они появятся. Вот же один моб, ебать. А один ходит, вот. Это в начале, потому что мы его не убили. Ну да, нету, слушай. Обойдите его просто, он там ходит. Пусть ходит. What the fuck? Да не, они переборщили, нахуй, это залупа какая-то, нахуй. Лагрили. Кунка. What the fuck? Кунка, нормально там всё это? 50 лямов на X3 с усилками и брюлями, блядь, 50. Сколько? На X3 58, а там усилки и брюли, вся хуйня. Так там другой контент потом, а там... Его понерпили 10 раз, чё вы смотрите? X3 не закрыли. А нахуй ты его сюда ведёшь, Кунка? Стрим от 10. Он так умрёт быстрее. Дед, так ты умрёшь быстрее, комбат у нас. Там стрим был 10 ноября, а открыли 29. Так там хил как бы с вами в пати уже давно с комбатом. Но я не в комбате. Кто в комбате, на того похуй. Кто не в комбате, тот... Ну да, да. У меня инвиз есть, не похуй. Все. Бля, можно в инвизе на лиде пройти? Я ебал нахуй. Бля, ну помогите убить, чё вы, блядь, смотрите. Он за кунку впрягался нахуй. Не, пускай кунка хуярит, зря ШМ донатил, что ли. What the fuck? На X3, 100% там ребро убился сразу. На леди там вайпались, на ребро убился там сразу. Это на X3 100%. Да, ребро должен спокойно убиваться, как бы, ну. Не в ДПС никогда проблем не должно быть. Ну, все время так было. Ну, на любом сервере, типа, ребро убивался все время. А здесь конкретно, блядь, они что-то переборщили. Ну, первый босс, который непроходим, можно сказать. На X3, там, если не ошибаюсь, да, там, типа, в районе что-то было у ребра, ну, не больше 70 лямов, это 100%. Это с усилками, брюлями и прочей хуйней. 52, я смотрю, у Гумеля. Ну, блядь, сам факт, нахуй, то, что там намного меньше было. Юля, что там на форуме, нахуй? Разъеби их там, блядь. Пускай 120 лямов делают, пидоры, блядь. Или чё? 100 лямов. Не, 100. Я бы согласился на 100 лямов. Пусть 50 делают, и все закрывают, и нахуй. Не-не-не, надо, чтобы было потно, но не так уж сильно, но 100 лямов примерно. Да 120 нормально будет. Мы с Герой сносим 10%. Честно, я кайфанул, когда мы Сурфанга убивали, вот это реально кайф. Когда типа притирку убиваешь, вот, ну как бы... Да, когда магов кикают нахуй, соседа оставляют.
Не, ну там, конечно, кайф было, но все равно это, ну, тоже ты понимаешь, что срок на тебя здесь метку кинет, и ты умрешь нахуй? Да не, ребят, если сравнивать обычку, нахуй, и хэм, это, блядь, небо и земля, нахуй. В обычке там хотя бы, там, да, было сложно, нахуй, но там, да, блядь, хотя бы проходимо сейчас было. Чего, там будет часто проходимо, просто нужно все это автоматизировать так, чтобы никто там под лужи не становился, и все это убивается. Он на Марсе трясался. У нас не будет 300к ДПС, она. Это невозможно. Я думаю, что можно выжить, если все правильно сделать. На борсте у нас 380. У нас на борсте 400 было, я смотрел. На борсте, а потом у тебя гиры не будет, потом ты перебегаешь в место. 290-300, если спекнем вот два танка. Учитесь на ходу добавлять. У нас и так два танка сейчас и 4 хила, если что. Последний танк был. Туалета хуярить. А вообще кто-то чекал, лужи льются, если миликом бить на вихре, а? О, блять, воничело нахуй, здорово, блять. Он давно зашел. Ты что, не заметил? Я только сейчас заметил. Вместо меня, вместо меня. Не, Барбарос поменял, он демон посильнее просто. У Энза, короче, взяли 8 локов, 3 мага, 4 ШП нахуй, и у них почти нет миликов. Чё, думаешь, а на скольки били? Процентах? Они до берсы довели? Не-не-не. Не убьют они, блядь. Ну ща я напишу, сколько они снесли. Да они нахуй не нужны, чего, блядь? Ну, тут да, миллион, на этом боссе они такие. Не особо. Похуй, что они там берут, нахуй, что они там делают. Это вообще поебать. Тут все гильдии. Ну это логично, 230. То, что они делают. Конечно, грустно. Пять шкаф. Где нам еще 50 тысяч здесь? Это, Кирилл, ты до скольки до упора собираешься сидеть? Или может в конце где-нибудь за полчасика РС-очку ебанем? Может РС-ку еще ебанем в конце. За трай будет? Помочь. Да, будет, конечно. ЕП получил. Кстати, про ЕП, ну-ка. За босса по 200, так что ты получишь 200 ИП. ИП там у вас мало. У всех должно быть. Ну, а рислин чисто дохуя. То рислин тебе что, 90к ИП было, блядь? Да, у него было 90. Да. У меня еще один 2, но он за сотку. Кунка, ты сколько бежишь по времени? Ну сейчас получите ебать все равно. За трай, за всю эту хуйню, когда отведёмся, так, будет. Так, ну лучше трайдить, бить, блять, нахуй, да, 3 часа да, сидеть. Надо бить и бить пока, нахуй. Сколько у него это перса по времени? 7 минут, да? 10 минут. Сколько мы траев сделали? 20-43, ну блять. Дольше болтаем, дольше релогаемся, живем. Дискон плюс. Дискон не считается. 10 минут дискон, похуй. А райский скин плыва? Там геровский на печеньке. Берешь геровский печеньку, три сорнит и улучшаешь Т4. Дойти бы еще до геровской печеньки. А, у тебя 260 нету, что ли, всех? Еще у меня было предложение касательно Войда и Грульмаги КХМ. Я его еще не озвучила, потом озвучу. Что ты хочешь? Никита, что тебе не хватает? Все, на исходной стали сейчас пулять буду. Возьмите камни все. Волковские. В звезду сбегаемся на вихре. Напоминаю, рестобаф есть. Еще раз арчанный пломбак. Паничелло, если не слышал, надо ближе вставать. Не просто во фрейм, а ближе к боссу, но не попасть под клиф. Колуб, ну, короче. Не дальше центра. Поехали. Отойдите, да ничего, отойдите чуть на... Чуть-чуть буквально.
блядь, танка сложу. Бэр, давай серый быстрее, рисуем прожмись. Вставай, дремеча ребаф на лифу. Пул ребаф по дремечу. По танку. Деля сбить. Угу. Лужа пошла в рейд. Нет, это же... Да это понятно, что так не должно. Блять. Ты что, нахуй знает? Слышишь, я спросил, может, третьего проблема... человека может оставить? В смысле третьего человека? Вот сейчас Лужа пошла по рейду, потому что у Адели был на шипе. А он просто его заигнорил за этого. Кстати, возможно, да. Он на шип посадил, ему похуй, типа стало на него, и он нет, пошел. Третьего нет. Ну, можно в приоритете просто сбивать его сразу, шипа. Как бы. Надо просто снимать шипа, да. Да, ну тут уже каждый, типа, 4-5 секунд идут, так что там заебешься забивать постоянно. Ну, вероятно, что на него кинется шип, конечно, такая уж большая. Блять, скелет придется убивать, но. Не, обойти его. Он сейчас обойдет. Нихуя, как он ломанулся, на. Да, испугался. Да. Блэдич аккуратно, блядь, побежал по центру. Интересно, разраба ответит, если спросить, сколько сурка хп? Если написать им шокурюли, долбоёба. Ну, блядь, считайте, это лямов 300 точно будет у сурка. Типа, мобильные боссы по 200, а АФК босс 300, а... Так ощущение, это не дали. Ну да, это получается, кстати, на сурка надо будет где-то 450 тысяч общего ДПС. Тебе такой лич выходит, нахуй, пятихатка, здорово! Что-то около этого. Подожди, 450 тысяч, даже если всех собрать шемами, нахуй, ну, фулл рейд прям заряженный максимально, и самых лучших, прям из лучших, на 450 тысяч не будет все равно. Что-то да хуй, ну ладно. Ну если 300 лямов, то это 500 тысяч ДПС, а не 440. Mm-hmm. Ну в этих шлепках 285 тысяч ДПС держится. Сколько? 285 тысяч у них сейчас. Они 50% уже сняли. Ну каких? Ну экзальт. А сколько у них до Берсе осталось? Там видно, нет? 4.30. Ну, вполне могут убить. Гоу не дохнуть. Теперь если африков много, экзекутка там. У нас два африка. Хорошо, глюки. Сенжура тут? Сенжура. Все, все готовы. На исходное станище запуливаем. Вары, не забывайте кричать на хп, это важно. Сенжура чекает. А чё отдаю? 4, 3, 2, 1. Пошли. Агро сорвали, да? А нет, танк сложил. Не, надо три танка идти. Надо три танка идти по-любому. Это хуйня ебаная. Да, он просто тычка прилетела, следом вторая. Ну он автоатакой бьет, ты гостерез. Ну, я говорю, там тупо в один момент влетает два раза подряд. Ну-ка, сейчас отчекнем деталь смерти. Так. А что ты чекнешь? Он ваншот на фул хп. Нет, смотри, вот там до этого было вот секунда и 40. 1.4 секунды, короче. Костерез. А следующая хуйня уже не костерез. А, нет, костерез, значит. А почему? Чтобы ты понимал, ну вот у него было 91% хп, его просто нахуй хоп в ноль. Не, его сначала до половины садил, и потом сразу же за это второй. Не, я сейчас смотрю, у него 91% хп в ноль. Все, не, я показываю. Просто говорю, как я хилил, я и видел его хп. У него 36% хп, его захиливают. Ладно, все, Воя, тихо, блядь, иди напала, нахуй будешь танчить. Ебать, ты прикалываешься.
Думаешь, нет, нормально? Не прикалывайся, пиздуй танчит нахуй. Да пусть мишкой похуй. Нет. А тут мишку сложим. Пал на лучший за закрыл. Сейчас я. Он был бы фонарий нахуй. Он бы соло протанчил. Он бы уже леди бил. Да. Лича сразу. Так он шотит боссов. Я боюсь представить, что они жайны сделали. У него 100 лямов было нахуй. Сколько они нарисовали? 300, блядь? Да, тебя такой жайна пугает? Мы не дойдем нахуй. А лич не пугает? У которого починили этот удар нахуй. Да рано или поздно дойдем, блядь. Что ты паришься? Ну типа... Никто не закроет нахуй. Повайпаемся недельку нахуй. Ебут нерв нахуй. Ну как это было в этом ебаном ОКХМ, блядь. Помню Лара этого ебучего трайли. Никто убить не мог на X2 нахуй. После третьего нерфа... Кто там, блядь, белая стая, по-моему, нахуй убили этого Лара ебучего, ну, первая. Ну, ну, такая же хуйня была. Мы убили там четвертый, по-моему. Десерк 1.20, 23% хп осталось. Убили вообще его. А? Мы до нерфа Лара убили. Нет, я имею в виду, не, до нерфа никто не убил. Там его нерфили несколько раз, а потом уже занерфили конкретно после того, как начали убивать. Один раз понерфили очень сильно, типа закрыли до этого нерфа. Ну, может быть, я... не знать, я не помню. Конечно, уже просто. А, может, да? Взять их тактику? Ну, я сейчас смотрю, ебать, они вообще ДПС не теряют. Но минимум перебежек делают, вот и ДПС делают. Я что-то вам же говорю, нам нужно тактику поменять. Типа, один танк здесь, другой, грубо говоря, ну, вот там, почти что в центре. И у них просто ужа разливается, получается, крестом, и тут ромб. Вот тут тупо ромб, где нет ужа. Они все стоят здесь. Они просто стоят, хоп, туда, все. От вихря прохиливаю, да? Не умираю. Да, вихря не хилит просто. Че, у нас минус один или еще? То есть он туда-сюда летает, но в центре вот тут, типа, безопасная зона, то уж. Ну ладно, хуй с ним. Давай тогда место звезда. Будет, наверное, тут, да. Ну вот сейчас вот босс стоит вот как раз на... Чуть дальше. Сколько у них процентов? Где-то метров 5, 10 даже. Персонаж осталось. Сколько? 15. 15% осталось? Угу, все, шот это. Тэгзы? А, Берса, да, у них? Нет, до Берсы. До Берсы они умерли. Там Берса ровно по таймеру, короче, была у них. Ну, у них сколько процентов у босса? 15 осталось? 14 там где-то. И держали они 280, да? 281, да, рейд ДПС. Ну, потому что они не бегали вообще, то есть я играю. Они вот... Нет, ну давай, дальше. Хорошо. Мы больше хорошо, давай, уверен. Давай в звезде останемся и все, окей. В звезде будем стоять. Включи нас зубы. Обновите там масло, вот у меня закончилось. Я уже обновлял. Все готовы? Сейчас я. Так, сбегаем в звезду, да? Да, в звезду сбегаем. Пробуем так. Снижура крик на хп, еще дал 10 секунд. Ну, эти даже, кстати, двое тоже сбегаются по бокам, которые... Два, да, блядь, там по-любому должны по бокам. Не, по бокам не может быть, чтобы не сбегаем. Это хуйня полная. Это на лужи пойдут криво. Не, я говорю только на вихре. А потом сразу уходили. Ой, как. Сокро, Арисин, звезду стали. Шип скопала. Угу. Почему меня лужа достала? Я же стоял дальше. Ладно. Дальше спизды даже. Охуенно. Серый, верни меня пока, только не в лужу, пожалуйста. Далеко улетает он. Да, поближе, да, встань. Серый БР, дай. А, 12. Когда еще?
Сосед еще умер. Все, падайте. Падайте, хуйня. Я сейчас не понял, почему меня лужа достала? Я стоял дальше от нее, типа... Даже прорисовка, нахуй. У нее, походу, чуть больше армии, чем она показывается. Ты, Феникс, на телефоне смотришь? Ну, сейчас на телефоне сидишь в Дискорде. Так дайте стрим, да. Можно ссылочку? Я тебе ссылку записи именно скину сейчас. Или на Аське скинуть. Вот именно запись, чтобы я попал. Да не надо, я и так понимаю, как что там примерно. Да. На всякий случай, ну. А кто к воротам отбегает? Реслин же? Стойте, не бегите. Это шишки, блядь. А, кому там... Ну, шишки. Убьем, блядь, ну похуй. Давайте реально убьем. Шишечки, умирай, нахуй ты его сюда привел? Так я маленького привел. Нахуй он помог. Герой, блядь. И того тоже сразу, он сейчас уйдет, блядь. Там трэш не достанет. Сейчас трэш спавнится на шинку. Да пускай идет, похуй. Как чего, он опрыгнул, я офигел. Нахуя вы встанете в 0-1? Матки лечусь. А чё, гладиаторы в рейде есть? Ты там сиди и не пизди, понял? Ладно, завалил ебал. Если просит гладиатор, то я завалил ебал. Без золотых, нихуя себе. На, потом пойдешь соло убивать его. 14 золота в кармашке. Не баните столик, магия. Я не понял. Рыбу хамить. Ебать, вы грустите. Так я и беру 100 булок. Давай, Серчина, помнишь. Да, ты без сопротивы будет? Не, это хуйня полная. СПД, АП надо пить вам, какие сопроты? Сопроты нет смысла. Никакого. Насте что-то не хватает. А чё, отдаю? Мы тебя дали раньше времени спорить. Засрань. Вылез? Да, на минус первый. Я рот его шатал. Он бы не прям сейчас поднерфили его. Да, в натуре дауны, сука. Нахуй. День просто. Заходим, а там 17,5. Нет, хотя бы 154 прям было. Дайте стрим в Дискорд, вы чё? Я думаю, нормального пула, ёбаный рот. Да есть же стримы, нахуй, чё вы дрочитесь, нахуй? Ваши-то стримы зачем? Я говорю про экзов. Нахуй они нужны, блядь. А нахуй они нужны, нахуй. Научитесь не умирать, блядь. Мурусанды, нахуй.
Да, нельзя смотреть на чужие гильдии. Нет, чтобы, сука, 120 лямов нарисовать спокойно и все. Ну, у леди 165 это бред полный тоже, нахуй. Там трэш еще, блядь. Духи. Ну, это, ну, ее не убить, нахуй. У нее тоже берса 10 минут вроде как. А еще не забывай трэш и не забывай, что ману надо пробить. Да. Поебень. Там не 165, там можно 300 сказать. Буду с трэшем и с маной. На второй фазе еще бы трэш апнут по урону. Будет, ну да, и на второй фазе трэш выходит, его тоже надо.